Вера, моя деталь из прессовочного цеха подтянулась к сварочному. Тут уж сплошные роботы. Немецкие автоматы здесь занимают 80% не только площади, но и воздушного пространства. Но и для меня под роботизированным солнцем место находится. Одна из последних фаз сборки кузова. Здесь руки рабочих нужны только для того, чтобы наживить компоненты. Разумеется, с помощью молотка. Все. Дальше сами, иначе брак понаделаю. Но даже если моя не очень опытная рука что-то сделала неправильно, уже там исправит робот. Он будет подгонять те детали, которые наживили руки рабочих. Все-таки машины Кука, такие же, что и на Мерседесе и БМВ, в минуту делают 3497 клепок, то есть один кузов. Кузов собран и снова к немцам. Не на поклон, на покраску. Все та же автоматика, когда человеческая рука используется лишь для нажатия на кнопку. Перед тем, как отправить автомобиль краситься, его купают в катафорезном грунте. Если говорить языком непрофессиональным, за 3 минуты кузов получает антикоррозийное покрытие. Потом еще одна грунтовка и на покраску. И вроде техника вся немецкая, и конвейер самый современный, да руки обучены. 6 лет назад сюда принципиально набирали 20-летних, что не заморались в старом цехе. А идеально собрать калину не получается. Но нет в России таких смежников. А самих смежников вон их сколько. 800, а должно быть 70. От остальных придется отказаться. Кому нужны монополисты, которые гордятся, что на 88% работают только на АвтоВАЗ? Рено и Ниссан точно нет. И те приведут других. Не помогут уже ни иностранные инвестиции, ни сроки на исправление, что дает АвтоВАЗ. 180 дней, как только обнаружен первый брак детали. Если через полгода брак повторится, им помашут ручкой. И не только из России. Поскольку у нас будет совместная панель поставщиков, и одна линия конвейера АвтоВАЗ будет работать по выпуску именно модели Рено-Ниссан, естественно, иметь две панели поставщиков – это слишком накладно. Будет панель поставщиков создана одна, и она будет одна для АвтоВАЗа, Рено и Ниссан. Создание нашего автомобиля еще в советские годы выстроило самую длинную технологическую цепочку. Какое еще производство, но если космос не вспоминать, требует участия минимум 6 отраслей промышленности. Металлургия – это ведь не только кузов, но еще и ходовая, детали для трансмиссии и арматуры салона. Плюс нефтехимия, машиностроение, легкая промышленность и электротехника. Теперь еще и нанотехнологии, которые используют, например, в производстве лакокрасочных материалов. Или, например, стекло. На него и мировые автоконцерны не жалуются. У нас разницы между качеством стекла нет ни для наших российских моделей, ни для моделей иностранного производства. То есть мы такого же качества стекло поставляем и на российский рынок, и на Европу. Комплектов таких стекол на АвтоВАЗ ежедневно приходит 305, ровно по числу автомобилей, что выпускает конвейер. Самый важный процесс – нанесение клея. Здесь ошибиться нельзя ни на миллиметр, поэтому человеку доверяют только взять стекло, отнести его к роботу, положить и нажать на зеленую кнопку. Теперь у робота есть 45 секунд.
Меньше чем через минуту стекло проклеено и готово к установке на автомобиль. Но сейчас его касаться руками человеку вообще нельзя, поэтому нужно действовать присоской, больше похоже на какой-то телефон. Тут главное присосаться ровно посередине, чтобы сохранить равновесие. Ну вот получилось. Все, можно идти уже ставить на машину. Хотя «Калина» – цех самый современный в России, ручного труда все же многовато. Правда, на некоторых участках цепи автоматизация доходит и до 90%. И все-таки не Япония. Там на всем конвейере от силы 5% сборки вручную. Но зато и не Китай, где аж под 80%. Обеспечить идеальное натяжение гаек вручную почти невозможно, поэтому на заводе есть автомат, который называется «четырехшпилечный гайковерт». Это не просто гаечный ключ, компьютер. Вся информация идет на центральный пульт, где фиксируется, когда, на каком колесе, с каким натяжением была прикручена гайка. Что не так, будут перекручивать. Процесс установки двигателя есть тот самый пример так называемой узловой сборки автомобиля, когда главная его деталь приходит на конвейер уже укомплектованная, и движок нужно всего лишь подвесить под капот. Почти вся работа делается автоматикой, но последний момент закрепления двигателя – это работа ручная. И вот здесь, вероятнее всего, возможны ошибки. Где можно ошибиться? Здесь невозможно ошибиться. Здесь вот на 6 направляющих шпилек мы гайки наворачиваем, здесь не бывает ошибок. Как невозможно? Невозможно. И в ходовой вроде свое ноу-хау. Первое со времен «восьмерки». Впервые в 2008 году была применена пружина с компенсацией боковой нагрузки. Она имеет бочкообразную форму, что позволяет автомобилю более плавно и четко входить в повороты. Системами безопасности, если и можно было жертвовать ради дешевизны, то лишь до тех пор, пока и так покупали. Без подушек, но недорого. Но времена изменились. Лобовой удар. Как усилена вот именно эта машина для того, чтобы человек после столкновения остался жив? Ну, по безопасности этот автомобиль у нас имеет и активную, и пассивную безопасность. Ну, здесь у нас силовой каркас, который не позволяет травмировать пассажиров при аварии. То есть все части кузова спроектированы так, что они при ударе гасят силу удара. Так, и что внутри? Какие системы безопасности? Ну, здесь у нас складывающийся рулевой вал с достаточно безопасным рулевым колесом. Естественно, две подушки безопасности. Они используются одновременно с ремнями безопасности, которые с преднатяжителем и с пиропатроном, которые без пиропатрона не используются. То есть нельзя быть непристегнутым при наличии аэрбэга. Сделать мало, надо продать. Нам напоминают, до 2008-го ВАЗ – прибыльное предприятие, а «Лада» – самая продаваемая марка в стране. Но это до 2008-го. Вместе с технологиями производства пора менять и технологии продвижения. Надо скорее так сделать, вернуть достоинство потребителю. Если он пользуется тем товаром, который ему подходит по параметрам, которым, так сказать, ну, сообразно его образу жизни, бюджету и всему остальному, то он не должен чувствовать себя ущербным в связи с этим. Он должен себя чувствовать нормально. Да, я такой потребитель, я вот рачительно отношусь к своему бюджету, понимаю, для чего мне нужен этот товар, что я от него жду, я тоже понимаю. Надо показывать свои преимущества, а не соревноваться в той категории, где ты, ну, просто, ну, к сожалению, еще пока не способен соревноваться. Вот она, демонстрация 40-летней любви и привязанности. Питер юбилей отметил автопробегом тех копеек, что доехали до дня сегодняшнего. Брал сначала первый автомобиль, как на первое время, потом понравился и решил оставить. Все-таки первая модель нашего великого автозавода, ВАЗ, вот, это тоже какой-то повод для того, чтобы ездить на этой машине. Ну, у нас до этого был «Москвич», но это, конечно, лучше была машина, чем «Москвич». Иногда хочется вот просто вот попробовать, как на другой машине
Но в любом случае, конечно, я ее не отдам и не продам, и тем более в утиль не сдам. Узнаете машину? Конечно, узнаю. Конечно, узнаю. 5500 она стоила, мы сняли все с книжки до копеечки. Муж говорит, давай себе возьмем, давай. Давай, не пожалели ни денег, ничего. Ой, родненькая. И даже этот сохранился. Для нас машина это вот был как еще один член семьи. Причем такой добрый, хороший член семьи. Любимый, да, вот это слово можно сказать. Да. Ой, я даже не думала, что я еще сяду. Сорок лет назад итальянцы подарили мечту, и советский автопром был настолько счастлив, что научил миллионы людей ее лелеять, латать и ухаживать. А вот подпитывать новыми технологиями так и не удосужился. Нам обещают с новой мечтой не поступить, как с прежней. Совсем неплохо. Хотелось бы увидеть этот автомобиль на российских дорогах. Это возможно? Существует несколько этапов развития линейки «Лады». Прежде всего, нужно преодолеть кризис и восстановить компанию. А следующий этап – это уже продвижение на новые рынки. Возможно, к 2015 году нам удастся поставить эту машину на конвейер. Но просто модернизация в борьбе за рынок, удержать 25%, которого принципиальная задача, уже не оружие. Воевать за потребителя надо новой не деталью, а целой машиной. И не одной. Мы утвердили стратегию, и мы понимаем, с каким модельным рядом мы должны выйти на рынок. В том числе мы предполагаем, что через несколько лет мы будем выходить и в более дорогие ценовые сегменты. Безусловно, одно из условий успеха при выходе в эти сегменты, в класс С, в другие серьезные программы по внедорожникам, то, что мы будем иметь доступ к тем передовым достижениям, которые есть у Альянса. Поэтому мы договорились на данный момент о том, что мы имеем право доступа к платформам автомобилей, двигателям и моделям на тех же основаниях, что имеет и Renault, и Nissan. Я считаю, что это достаточно серьезное достижение, доказательство того, что проблема не заключается в том, что нас собираются вытеснить, скажем так, на обочину прогресса. Проблема в данный момент заключается в нас самих. Сможем ли мы воспользоваться теми техническими наработками, которые есть в Альянсе и в современных технологиях в этих областях? Новая команда «АвтоВАЗа» уже придумала, с чем сравнить 40-летнюю трудовую деятельность завода – соревнованиями по фигурному катанию. Где школу, то есть короткую, выполнили, собирать машину в принципе умеют. С произвольной в виде концептуальных моделей класса «С» тоже вроде бы все в порядке. Осталось главное – откатать обязательный танец, то есть доказать, что умеют делать не просто автомобиль, но делать его хорошо и качественно. Иначе останутся только мечты, проекты да показательные выступления.